Привет, друзья! Сегодня очередная, или внеочередная, скорее, наверное, внеочередная прогулка на пляж. И сегодня это, в частности, связано с тем, что там будет живой джаз. И уже даже скоро, должен быть через 15 минут, я так понимаю. Сейчас проверим. 12. Так что я буду идти быстро. Прошу прощения за возможную тряску. Вот, но тем не менее. Что нового? Биток опустился до 30 тысяч, чи опустилась до 200 долларов. Самое значительное, что произошло за последнее время. И многие забили тревогу, понаписали множество статей, хотя сторонники модели S2F или Stock to Flow, о которой я вроде уже говорил вам, которой я придерживаюсь, в принципе, не паниковали и знали, что сейчас все, скорее всего, будет коррекция, после коррекции будет, коррекция вниз, скажем так, а потом будет коррекция вверх. Вот. И, собственно говоря, так оно и получилось, мы дошли до 30 тысяч. И сейчас уже все возвращается на круги своя. Вот на момент съемки этого видео. Давайте глянем-ка. Курсы. Так, я не знаю, против солнца на слабом экране, конечно, мало что будет видно, но я вам озвучу. 33 594 курс битка сейчас. Вот. И, в принципе, это хорошо, потому что я думаю, что скоро мы увидим значительно более резкий рост курса битка. Кстати, сегодня ветрено, поэтому я сразу прошу прощения, если плохой звук. Я сегодня экспериментирую с форматом с помощью моего старого телефона, который умеет писать с двух камер. Скажите, кстати говоря, как вам, нравится ли вам такой формат? Немножечко непривычно, что нужно настраивать не только камеру вперед, но и камеру назад, попадать, как бы, скажем так, в плоскость картинки, но зато получается сразу такое достаточно интересное видео. И, кстати говоря, могу, наверное, даже... Стабик решил вырубиться, хотя был полностью заряжен вроде. Сейчас попробуем его включить. Очень странная история. Ладно. Пока будем идти так. Вот. Что же с ним происходит? Последнее время что-то с моим стабилизатором. Вот уже второй раз он меня подводит. Я вроде отследил, что он полностью зарядился. И вот он продержался всего ничего. Не знаю, в общем, не будем экспериментировать с перетаскиванием слишком сильным. Вот так вот пусть будет картинка, и все. Зафиксировано, пока он работает. Вот. В общем, крипта скачет, чия тоже скачет. Очень сильно, конечно, она опустилась относительно стартового курса в 1600 долларов. И, если честно, я надеялся, что она достигнет почти 100% цены эфира, которая на тот момент была 2600 долларов или 2700. Но этого не произошло. Этого не произошло, и теперь я уже практически уверен, что этого и не произойдет. Вот. Как-то так. Ну ладно, что ж, хватит про крипту. Да что ж такое? Почему это происходит? С калибровкой все в порядке. Неужели батарея может быть... Очень печально, потому что раньше этот стабилизатор меня не подводил. И тут вдруг после такого сильного разряда вот началась такая история. Ладно, друзья, поступим так. Я сейчас поставлю стабилизатор на зарядку, пока буду идти дальше. Все равно здесь как бы ничего сейчас пока не происходит, кроме симпатичного вида, конечно. И когда я дойду до мероприятия, я надеюсь, что стабилизатор чуть-чуть зарядится. И можно будет еще снять небольшой кусочек нормального стабилизированного видео. Увидимся в следующем фрагменте.
Ну вот, ребят, я и добрался до места, где должен быть джаз. Если быть точным, джаз должен быть вот там, примерно, где белый домик. Когда я туда пришел, там была какая-то репетиция, или уже, или они здоровались, я даже не знаю. В общем, похоже, что у меня починился стабилизатор, по крайней мере, на сейчас. Я чуть-чуть его подзарядил, но обнаружил, что пауэрбэнк мой, который я взял с собой, тоже уже достаточно сильно севший. Но, тем не менее, все равно запишу немножко еще видео. Вот, очень много людей. Сегодня среда, сейчас 8 вечера. Как вы можете видеть, просто огромное количество людей. Особенно для среды. Вот. И все купаются, тусят, плавают на лодках, плавают на каких-то специальных штуках, падлборды, да, кажется, это называется. Очень тепло, но не прям совсем, что жарко. Я даже могу сидеть под солнцем. Порядка 22-23 градусов, я думаю. Вот. Ну и давайте, наверное, попробуем пройтись. Сейчас я стараюсь застегнуть сумку и попробуем пройтись до места, где джаз, и посмотреть, что там происходит. Будет ли там что-то, или позже, раньше, прямо сейчас, или все уже закончилось. И что вообще тут делают норвежцы, кроме того, что тусят, плавают. Поставили, кстати, забавно, такой специальный наблюдательный пункт спасателя, которого здесь не было, деревянное такое большое. Не, мне придется как-то это дело вот так вот подержать. Так, идет ли запись? Да, идет. Стабик работает. Так, давайте теперь пройдемся. Надо придумать какой-то прикручивающийся пауэрбэнк. Похоже, что да, было бы удобно, если бы можно было расширять рукоятку просто дальше, чтобы там был пауэрбэнк. И, кстати, тут же есть крепление, да, тут есть штативное крепление, надо что-то придумать. Надеюсь, мне хватит памяти в моем старом телефоне на это видео. Оно, конечно, будет не очень длинным. Поэтому я очень на это надеюсь. Сейчас будет обзор локации. Там вот парковочка справа. А само мероприятие вот там. Ну, я уже слышу какие-то там барабаны. Там прям какое-то что-то очень, как это называется даже, слово я забыл. Этническое, вот. Точно, что-то этническое, как будто бы странно. Это не похоже на джаз, может быть, он будет позже, может быть, я перепутал день. Но все равно это прикольно. Там, конечно, нет места, негде присесть. В кафе очередь. Ну, кстати, не такая уже большая, как была. Но все еще очередь. Вот, так, в общем, норвежцы тусят. По, не хотел сказать по выходным, ага, сейчас. Сегодня вообще ни разу не выходной. Ни у кого, я думаю, что... Только у тех, кто уже взял отпуск. Но норвежцы обычно берут отпуск где-то чуть попозже, я так понимаю. Примерно через, ну вот, короче, июль-август, вот так вот. Это более типичное время для них, насколько я могу понять. И как будто бы тут три звуковые зоны. Одну люди сами сделали. Одну сделала кафешка, которая сзади меня. Но она как-то все время замолкает, эта звуковая зона, вот здесь. И, конечно же, финальная звуковая зона, куда мы сейчас придем, это... Это...
сцена, типа. Столько людей, что сложно снимать, идти и не упираться в какого-нибудь человека где-нибудь. Естественно, чайки и все еще есть, но многие из них поулетали. В шоке, наверное. Вот они тут даже нет места приземлиться, они без конца тут кружат. Вот. Сейчас, если ничего нет, я думаю, мы найдем место на траве в тени. Вот там впереди вы сейчас видите. И там где-нибудь присядем и будем ждать, будет ли что-то происходить или не будет. Ну, скорее всего, будет. Очень много людей с собаками, кстати. Прям, ну, как бы понятно, что им нужно гулять с ними часто и все такое, но прям очень много людей с собаками. Но они, конечно, тут в основном культурные. Сейчас я скажу, что они культурные, и собаки начнут, короче. Вот, в общем, вот сцена. Конечно, особо ничего не видно. Но, может быть... Да, это явно не то, что я ожидал. Ладно, пойдем в тень. Другое дело, тут не так жарко. Люди играют в мяч. Ох. Нашел полянку. В общем, скорее всего, я не смогу особо вам что-то сегодня рассказывать. Из-за того, что ветрено, вы слышите музыку, много людей. И лучше в следующий раз мы пройдемся, я вам что-то расскажу. Кроме того, что я уже сегодня рассказал. В общем, я сейчас беру паузу. До того момента, как будет какая-то интересная музыка. Если будет интересная музыка, я обязательно включу запись. А если будет очень интересная, например, джаз, очень приятный, то я обязательно не только включу запись, но и подойду к сцене. Увидимся через X минут. Вот, я все-таки нашел джаз, и он был, да, он в кафе, он не там, на той сцене, которая была, стояла, ее уже разобрали. А вот в кафе, пожалуйста. Thank you.
общем, в сегодняшнем видео не будет больше умных мыслей. И вообще никаких мыслей не будет, будет только джаз. Ну и моя физиономия еще, кстати.